Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Мы сила. Уже в воскресенье вечером президент России Владимир Путин, пообщавшись с несколькими постоянными членами Совета Безопасности РФ, снял с повестки обсуждение вопроса о согласовании возможности применения тактического ядерного оружия и принял решение о массированном ракетном ударе по Украине, пишет телеграм-канал Генерал СВР. Далее о мовою оригиналу. Россияны, слухайте, як все было на на фоне постоянных неудач на фронте взрыв и обрушение части Крымского моста, символа реализации имперских амбиций Путина, конечно, требовало ответку и желательно незамедлительно. На момент выбора ответки Путин рассматривал всего три варианта. Первый невнятный нанести несколько ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины и по символическому центру принятия решений. К примеру, зданию парламента, второй массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре и по зданиям Центра принятия решений, что и было принято. Но каким-то чудесным образом ни одна ракета не поразила ни одно из намеченных символических зданий. То ли украинское ПВО отработало по этим ракетам, то ли ракеты ушли сильно мимо цели. Третье и последнее предупреждение ультиматум со Совбезом, за которым должен следовать удар тактическим ядерным оружием малой мощности по мостам через Днепр. Второй вариант был принят как оптимальный и решающий на короткое время две основные задачи. Чернь, как называет Путин, свой ядерный электорат и ультрапатриоты получают удовлетворение от мести за попранный символ и продолжают верить в большую победу. А элиты, не до конца понимающие положение дела, таких немало, готовы обмануться и на какое-то время успокоившись, наблюдать агонию режима. Надо сразу сказать, что Фокусированный ракетный удар ⁇ это разовая акция, которая не несет реальных последствий и имеет краткосрочный эффект, в основном информационный. И, конечно, эту акцию можно повторить несколько раз примерно с тем же успехом, но с угасающим эффектом. Возможностей наносить постоянные массированные ракетные удары у российского руководства нет, по причине недостаточного количества высокоточных ракет. Об этом знает военное руководство, на которое Путин переложил ответственность за вчерашний удар по Украине и, конечно, все путинское окружение. Война Путиным проиграна, уже воевать практически нечем. Эскалация, на которой идет российское руководство, бессмысленно и преступно и приведет к большему количеству жертв среди прежде всего российских военных. Надежда на то, что Украина или Европа замерзнет и будет умолять Путина о мире на любых условиях, несостоятельна. Это пропагандистский бред для совсем уже откровенных идиотов. Закидывать трупами плохо одетых и слабо вооруженных мобиков вообще за гранью понимания разумного. Да и надолго не хватит, а вторая волна мобилизации под большим вопросом. Беларусь в случае, если вступит в войну на стороне России, в чем большие сомнения, исчерпает свои резервы менее чем за полтора месяца. Война проиграна, и Путин об этом знает. Знает Генштаб, знает Министерство обороны, знает все руководство силовых структур. До зустрічі, глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, мы сила!